Привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян. Я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И сегодня я снимаю видео, как вы поняли, по моим прекраснейшим ногтям. 24 часа с огромными длинными ногтями. Я думаю, вы уже заметили, что два пальчика у меня тут моей длины. Я создавала опрос у меня в Инстаграме. Хотели бы увидеть это видео? Вы сказали да, только сделай ногти еще длиннее. И сегодня целых 24 часа я буду вот с такими вот приклеенными типсами. Так почему же вот эти вот два ногтя остались нетронутыми? Ну, как бы на них камушки Сваровские. А я приклеивала ногти суперклей. Во-первых, ногти бы испоганились. Во-вторых, типсы не приклеиваются на камушки. В-третьих, я хочу, чтобы мои ногти еще чуть-чуть хотя бы пожили. Поэтому камушки Сваровские эти ногти я не трогаю. И это, возможно, упростит даже мне задачу. Хотя я сомневаюсь в этом. Практически все вы, моя любимая аудитория, воспринимают меня как Карина Аракелян, длинные ногти. Поэтому сегодня вы посмотрите, как я буду выполнять всякие задания, фишечки, необычные задания, которые мне узнаете, кто будет давать. Это будет, конечно, трэш. Я сама еще особо к ним не привыкла, но раз я хожу и с такой длиной... Я дико извиняюсь, вот с такой длиной, то и с этой я проживу, будет очень легко. Не забывайте подписываться на мой канал, если же вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми, и пишите, как вам формат этих видео, потому что я обещала вам, что качество будет лучше, я обещала, что формат поменяется. Жду вашу критику в комментариях. Ну а сейчас вы можете посмотреть, как прошло мое прекраснейшее утро с этими длинными ногтями. Можете пожелать мне удачи, а я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Ну что же, дорогие мои, мое утро обычно начинается, правда, не с такими ногтями. Сегодня с такими, это у нас небольшое такое исключение. Сейчас я попробую заправить кровать. Начнем мы сегодня именно с этого. Впереди у нас будет очень много всего интересного и необычного, но сейчас будет самое настоящее испытание. Мне нужно просто хотя бы как-то попробовать ее заправить. Одеяло уже более-менее нормально лежит. Теперь берем покрывало. Попробовать именно ногтями, это достаточно сложно, потому что сразу же идет сильная нагрузка на саму ногтевую пластину, поэтому так сделать не получится. Ну, если, конечно, постараться, получится. Просто кидаю их вот сюда, вот. Вот эту подушку, кстати, ребят, я не знаю, зачем я купила, увидела у своей сестры, она называлась подушка для беременных. Как же без мягких игрушек, красивенько все раскладывать не буду, потому что с длинными ногтями это будет очень проблематично, сегодня сложных заданий мне и так достаточно. Вот таким вот образом я заправила кровать. Сейчас самая главная задача для меня — это переодеться. Естественно, все это полностью я вам показывать не буду, но, ребят, я думаю, я вам уже в приветствии сказала, что эти ногти приклеены, и жульничать у меня не получится. Кстати, ребят, если вам интересно, что стало с моим настоящим гель-лаком без этих типс, так сказать, то подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там я сказала вам впечатление вообще о том, что происходило дальше. Сейчас мне нужно переодеться, и я иду умываться. Это я сделаю. Как же утром обойтись без умывания? Естественно, в первую очередь я умываю свое лицо. Я беру свою любимую пенку для умывания, для Roche-Posay. Сейчас самое главное, вот так вот взять и убрать волосы назад. Если бы я эту штуку не надела, мне бы пришлось моими ногтями эту всю путаницу устраивать. В общем, это был бы капец. У меня все валится. Я думаю, сегодня я обязательно проткну себе какой-нибудь глаз. Максимально неудобно. Пенка немного щипит глаза, потому что я не могу из-за своих ногтей нормально их промыть. Достаточно легко. Очень сложно. Я беру ватные диски. Вот это сейчас будет сложная задача. Попробую сейчас достать. Опа. Как вам такое, ребят?
Чтобы чувствовать себя более комфортно, я обычно беру мицеллярную воду, которая очень хорошо освежает лицо. Слушайте, ну не так сложно, кстати. Вы все меня спрашивали, как я наношу тканевые маски с моими-то ногтями, а сейчас я попробую с этими длинными нанести тканевую маску. Все мои тканевые маски. Наверное, выберу что-нибудь поярче, становлюсь на вот этой. Кладу маски на место, открываем эту прелесть. Это вот так вот у нас происходит. Теперь нам нужно ее разобрать. Но сегодня я хочу выглядеть свежо, аккуратненько, красиво, поэтому это просто невозможно. С моими-то ногтями я не особо-то умею этим заниматься. Итак, распутываем масочку. Я думаю, эту маску я просто сейчас порву, если мой локоть зацепится. Давайте просто хотя бы что-нибудь сделаем, пока я не додумалась эту маску просто скомкать и ею протереть лицо. Красиво. Сейчас мне нужно подержать эту маску буквально 10 минут на лице. Я попробую еще более-менее нормально распределить. И мы с вами отправляемся обратно в мою комнату для того, чтобы накраситься. Можно наконец-то снять масочку. Сделаю я это вот так вот. Моя кожа сейчас немножечко подсохнет, а пока я попробую найти тени, которые мне более-менее подойдут по настроению сегодня. Все у меня, естественно, сегодня пойдет не так, как надо. Итак, я нанесла тени. Они хоть и не особо заметны, но очень красиво выделяются на солнышке. Сейчас мне нужно взять тональный крем. Естественно, это у меня нормально сделать не получится с такой длиной, но... Если я возьму кисточку, то у меня есть большая вероятность проткнуть сегодня себе глаз. Ну ладно, это видео, значит, наберет миллионы просмотров. Ну и так как у меня нарощенные ресницы, я их красить сегодня не буду, а просто возьму максимально неудобно. Такое ощущение, что я играю в какую-то игру. Я сегодня, наверное, буду с нерасчесанными ресницами. Как вам такое? Ребят! В общем, берем... Ребят, вы видели, что я только что сделала? Я взяла ногтем и нечаянно задела палетку для контуринга. Теперь у меня ноготь с контурингом. Мы закончили с макияжем, давайте сегодня я буду выглядеть вот так. Нам осталось снять этот прекрасный ободок. Думаю, нам пора пойти покушать. Поэтому сейчас я отправлюсь на кухню, мы посмотрим на ингредиенты и уже решим, что будем готовить. Мы переместились с вами на мою прекрасную белую кухню. Все, что нам сейчас нужно сделать, это подготовить ингредиенты для моего фирменного блюда. Фирменный любимый омлет в микроволновке. Для моего сегодняшнего завтрака понадобится 2 яйца. Все сразу положу туда, иначе... Я боюсь фейлов. Далее я достаю молоко, как назло, в самом конце оно лежит. Помидоры у меня хранятся не в холодильнике, поэтому я их достаю прямо вот отсюда. Но мне удалось это сделать. Чтобы мы это все позже нарезали, нужна доска. Я ее вот так вот достаю. Еще беру вилку, кстати, чтобы размешивать все, что мы сейчас с вами смешаем для омлета. А хотя зачем вилка? Можно сделать это ногтями. Опа, тихо-тихо. Опа! Как вам такое? Все, можно заканчивать съемку. Слушайте, а яйцо достаточно симпатично у нас разбилось так-то. Итак, у нас тут осталось пол яйца. Как вы видите, я беру еще одно, так как первый дубль с моими всякими шуточками не зашел. Разбиваем яйцо. Я попробую взбить. Господи, это будет вообще угарно. Прекрасная идея, как мне кажется. Длинные ногти достаточно удобно. Без молока никуда. И вот так вот аккуратненько посолю. Без вилки и без ложки мы обошлись. Может быть, и без ножа смогли бы. Но я думаю, тут уже точно рисковать не стоит. Иначе все ногти бы просто разлетелись. Сейчас мы ставим наше прекрасное блюдо в микроволновку на 3 минуты, и можно будет уже вкусно позавтракать. А пока у нас готовится омлет, я уже все прибрала, подготовила терку.
и сыр. Вот сейчас будет самая настоящая задача, потому что даже с моей длиной, а не с этой, очень сложно натирать на терке какие-либо продукты. Открываем, и я понимаю, что наш омлет уже приготовился, а это супер круто. Ногти очень мешают, это максимально неудобно. На сыра мне нужно немного, поэтому... В общем, мы натерли немного сыра, все, это я откладываю. Просто сейчас сажусь кушать. Вот вам и прекрасное быстрое блюдо на завтрак. Омлет с сыром и помидорами. И готовится за 5 минут, без всяких лишних сковородок. Очень вкусно, аппетитно и прекрасно. В общем, дорогие мои, я уже плавненько так очутилась на улице, и моя самая главная цель сейчас – это вызвать такси в мой любимый торговый центр «Авиапарк». Поехали! В общем, дорогие мои, мы уже едем. Как вы видите, я уже нахожусь в такси. Хочу сказать вам, из-за чего я решила поехать в торговый центр. Во-первых, мы договорились увидеться с Владом. Во-вторых, вчера моя сестра сказала мне, чтобы я купила ей канцелярию в школу. И еще, кстати, я отослала фотографии своим друзьям моих сегодняшних ногтей. И вы можете посмотреть прямо сейчас на их реакцию. Я попросила записать видосик, что они вообще думают о такой длине. Охренеть, это чё? Это урыв? Почему это так круто? Карина, что ты творишь? Хорни контент, факт. Слушай, ты угораешь, почему они... Это что за обрубки? Почему они такие огромные? Мне кажется, лыжи меньше, лыжня России меньше, чем у тебя ногти. Карин, ты нормально? Всё моё реакцию, это просто... И честно, у меня у самой длинные ногти, но не настолько, и я понятия не имею, как ты будешь с ними жить, потому что я не могу элементарно даже зубы чистить. В общем, вы посмотрите, наконец-то, с кем это я увиделась, дорогие мои. Всем привет! Владосик, мы давно планировали, на самом деле, с Владом снять какой-то видос. Он уже оценил Зай, мои ноготочки. Сегодня. Начну прямо сейчас. Как вы понимаете, ребят? Я отыграюсь на ней сегодня по полной, и все хейтеры просто взяли пальцы вверх. В общем, Зай. Влад меня сегодня просто... Зай. Влад, все, у нас начинается утро. Влад, я тебя убью сейчас. Моя цель сейчас, ребята, это тупо завязать шнурки, хотя бы попробовать просто. Ну что, нормально, что, идет? Идет не очень, конечно. Все хорошо, Зайка. Я понимаю, но это очень сложно. Я со своими-то ногтями не могу шнурки завязать, а с этими-то как-то... Подавно. В общем, дорогие мои, мы плавненько очутились после вот этих испытаний от Влада. Не испытания, херня, понимаешь? В Леонардо. Нам нужно купить канцелярию, причем канцелярию для моей сестры. Снизу, снизу, да. Хочу помогать тебе, господи. Как вам такое? Трэш. Слушайте, ребят, это очень удобно, когда у тебя длинные ногти, ты берешь реально, с верхней просто... полочки вот так, опа-на. Как в игре. Зой, так ты делаешь успехи. Забыла сказать Карине, ты сегодня расплачиваешься только наличкой. А что тут у нас? Нормально. А, то есть Влад еще за меня платит. Ой, успокойся, ты потом все отработаешь. Косарь? Так, на топ клуб мы не купили, трэш. Честно, ребята, это, конечно, трэш. На самом деле, я один раз тоже снимал похожее видео, и это очень сложно. Сложно вообще во всем. Мы пришли сейчас к банкомату, и сейчас мы будем пытаться снять деньги, моя дорогая. Но нажимать нужно будет на клавишу. Я полчаса думаю, куда он меня ведет. Снимаем деньги. Давай. Зай. А я сейчас заблокирую в течение 30 секунд, ты ее... Да, точно! Зай, минус один. Итак, мы сняли деньги и идем дальше. Спасибо. Мы очутились в ресторане, естественно. Как я уже поняла, с Владом спокойно у меня сегодня пожить с ногтями не получится. Зай. Сейчас мы будем заказывать всякие блюда, и моя цель, как мне Влад сказал, что сделать? Покушать этими... Ногтями. Бургер будет очень сложно есть, я думаю. И прям, знаете, такой посочнее. Нужно тебе распутать вот такие наушники, а также засунуть, присунуть вот данный. Короче, телефон не разряжает, сама понимаешь, без него мы никуда сейчас. Вы и так,
ребят, понимаете, что хоть и с такими ногтями, но распутать это все дело возможно. Работать с проводами достаточно сложно. У меня было с наушниками, то есть они могут просто вот так зацепиться, как будто крюк. Это очень странно выглядит. Сейчас я попробую ногтями взять пауэрбанк, воткнуть. Капец, это так... Суй. Ну, ногтями снять чехол с телефона невозможно, как возможно. Я считаю. Но это невозможно, ногти слабые. А я бы вот что сделал, тебе говорится, каким именно ногтем нужно, понимаешь, что сделать? Я бы этим подсобил бы и вот так начал бы тянуть бы. Ну, знаю, ты че? А, давай, солнышко. Ну, все. Очень просто и очень легко. Странный маник, конечно, у тебя. Ну, все. Все? Ребята, вот и пришел наш заказик. У нас сегодня будет и цезарь с креветками, пожалуйста, и пельмешки, и клубника, и бургер. И даже лимончик есть. Да. Я должна обязательно ноготками, да? Я попробую лимон. Да. Посмотрите, а как знаешь, это выглядит. Полезно есть полностью на будущее. Вообще будет нереально, горло пройдет сразу же. Ну что, пожалуй, начнем с клубники. Сначала нужно дезинфекцию, у вас крана ходит. Давай сюда. Да, грязь какая, блин. Ну это, конечно, достаточно сложно. Нормально. Клубничка прекрасная. Я даже еще одну съем. Да тоже не нагли, ладно. Зай, пельмень попробуй. Тоже ногтями, да? Зай на секунду, если ноготь. Попробуй, может, она не свежая. Нигде пельмени попробуй нету. Попробуй быстрее. Ать, может, не свежая. Суй. Дай еще. И мне один дай. И еще можно это. Давай. Все, жуй. А я в это время пока расскажу вам, как же круто жить на Rolls-Royce. А теперь я хочу, чтобы Карина попробовала скушать картошку фри. Но я думаю, это будет очень просто. И, пожалуйста, еще с кетчупом. Именно попробую. Вот эта деревенская картошка, она очень легко протыкается. Да. Практически уже, одно и то же. Знаешь, такая... Смотрите, какой офигевший, в общем. А потому что она много говорит, а мало делает. Честно, мне кажется, очень хорошо справилась. Но, еще знаешь, что будет очень трудно? Попробуй сделать слизи салатов, потому что они легкие, они могут упасть. А, да? Ладно, мы закрываем этот дурацкий челлендж, пока. Зай, потуши свечку. Ты серьезно? Уничтожь свечку. Пас. Дорогие мои, мы попробовали с помощью ногтей покушать все блюда. Вы хотели давно это увидеть. Поэтому прямо сейчас мы с Владом доедаем всю эту вкуснятину. И выезжаем ко мне домой в гости. Будем готовить всякие вкусности. Влад познакомится с моей сестрой. Погнали. Итак, дорогие мои, мы в этот раз собрались втроем. У меня уже максимально сел голос, я думаю, вы уже это слышите. Так как это видео мы снимаем уже целый день, я хочу, чтобы мы в этот раз втроем уже приготовили просто суперский, офигенный кекс в кружке. Что нам нужно сделать, дорогие мои? Полина с Владом сейчас сначала смешают 4 столовые ложки муки и 4 столовые ложки сахара. А потом уже давай, все пойдем. Остальное буду делать я. В рецепте написано 4, значит мы значит, будем добавлять 4. Потому что да. Дальше я добавляю 3 столовые ложки какао. Делаю я это раз. Вот таким вот два. Образом. Третий. Опа. Яйца? Два яйца. Я разбиваю одно. А я второе. Какие мы крутые. Молоко. 3 столовые ложки. Итак, я беру молоко. А это, мне кажется, вообще вкусно будет, да? Очень. Я отравилась этим вчера. Итак, 3 столовые ложки молока. Могу аккуратным себя. Образом. Раз, раз, два, три. Владос перемешивает, Полина помогает. Тщательно. Потом мы все вместе отравимся, будем сидеть на туалете. Спасибо, Карина. Дальше мы добавляем... Какую морковку? А, не морковка будет сегодня? Ладно. Дальше мы добавляем всего лишь 1,5 ложки разрыхлителя. И, естественно, на взгляд добавляем. Давай на взгляд. Разрыхлим, так скажем, эту атмосферу. Зай, прикинь, если мы с тобой были реально кухарка. Знаешь, мне кажется, у нас вообще не получилось, у нас с тобой были первый день. Давай, Зай. Там сырое яйцо. И что, за это полезно же, нет? Так мало что выучила. Да я попробую. Карина! А теперь подходим, мои дорогие, к микроволновке. А мы ванильный сахар добавим? Да нам пофиг, да это ванильный сахар. Нет, сахар надо, сахар надо. Зай, лейтер, потом посыпем. Куда нажимать? Зай, ложки там не протяни. Давай. Быстрее, быстрее, господи. Мне страшно, она сейчас взорвется. Это его проблемы. Итак, мы поставили наш кекс на 3 минуты примерно, потому что именно так было написано в рецепте. Написано 6, ну ладно, не суть. Наш кекс подходит к печальному концу. Итак, наш кекс приготовился. Какая красота! Блин, какой вкусный, дай понюхаю.
Нереалка. Еще будем жрать? Ой, ой. Вау, ты такой... Попробуй. Нормально. Корюсь. А мне нравится. Что я вам хочу сказать? У меня максимально сильно сел голос. Мы с Владом наконец-то сняли совместное видео. С Полиной наконец-то отсняли видос, и вы давно ее не видели в моих роликах на канале. Я рада, что я наконец-то его сняла, и что вы прямо сейчас видите его на моем канале. Это супер круто. Влад, твои впечатления от ролика? Впечатления просто нереальны. Ты огромная молодец, справился со всеми заданиями, и честно, я тобой горжусь. Солнышко, поздравляю тебя. Так, ребята, я вас перебью. Я тут поняла, что я не задавала Карине задание, чтобы она заплела мне косичку с такими вот... Полин, пожалуйста, можно... Началось! Давай, давай! Давайте попробуем это сделать максимально быстро. Мы разделяем волосы. Кстати, нормально получается. Началось хорошо все. Ой, слушай, нет. Но возможно. Если работать пальцами... И ногтями подцеплять, то вообще в целом хорошо. Подцеплять, да-да-да. Опа. Ну как, получается? Ну, слушай, более-менее. Минус, да. Немножко, конечно, такое себе, но нормально. Вывезем этот движ. Итак, у нас получилась вот такая вот прекрасная, симпатичная косичка. Полина, повернись. Слушай, а мне нравится она на самом деле. Более-менее, я вам скажу. Да. Нормальная косичка. Ну-ка, повернись. Можно сказать, что я выполнила задание и Полины, ты мне полволосы и Влада. Обязательно подписывайтесь на аккаунт ребят по ссылке ниже в описании. Я оставлю. Спасибо им большое за участие. Открываем дверку. Господи, это же подарок. Давай посмотрим. Так, а что такое? От тайного поклонника. Откроем. Влад не может серьезно реагировать на все, но я, ребят, серьезно не знаю, что это за бред. Нет, стоп, пойдем туда. Пойдем, пойдем, господи. Ой. Так, ребят, давайте посмотрим, что лежит в этой мне коробке. Мне так страшно, господи. Не дай бог, это мама, и мы все умрем. В смысле, ногтями? Я помогу тебе, господи, какая-то ебань. Специально, прикинь, запаковали. Мы открываем коробку, в которой непонятно, что лежит, и я уже сломала первый ноготь. Стой, вот я очень плохо. Зай, я не могу. Тяните. Нет, тяните эти штуки, так можно же. Еще мы посмотрим, зай. Ну, камон. Это для обрезания. Ребят, видите, что написано? Хватит мучиться. Отрезай. Отстригай. Ой. Прикиньте. Давай помогу. Мне можно наконец-то отстричь ногти, но я это сделаю максимально простым образом. И я это сделаю без помощи ногтей. Аня. Наконец-то я могу их снять. А это, если это возьму домой, у меня как раз закончился. Нереально. Я сняла ногти. Ура. Поздравляем, Карина. Половина этих ногтей все равно осталась. Ребята, и в первую очередь мы с Полиной и с Владом хотим сказать вам огромное спасибо за просмотр этого видео, потому что мы безумно старались сделать его максимально атмосферным. Ставьте лайки, не забывайте, что на 150 тысяч лайков я реально наращиваю ногти и делаю их максимально длинными. Не забывайте подписываться на инстаграм и на каналы, ребят, все по ссылке ниже в описании. Спасибо вам большое, и мы пока! С вами прощаемся. Всем пока!